платок – один из самых важных аксессуаров в нашем гардеробе. Он нам очень помогает во всех практически наших жизненных ситуациях. Имея с собой с утра один платок, мы можем стать совершенно неповторимым вечером и в то же время помочь себе в нашей офисной, немного бывает, скучной одежде, где мы не можем использовать бижутерию и другие яркие предметы аксессуаров. Мы сейчас с вами увидим, как очень просто можно носить платок, какими способами можно его завязывать. Итак, один из очень элегантных и очень простых узлов, который вы обязательно запомните. Мы с вами берем любой квадратный платок, заводим руку снизу и находим его примерно его середину. Держим платок за середину обратной стороны и завязываем узел. Причем величина узла тоже имеет некоторое значение. То есть можно сократить потом наш будущий предмет, а можно оставить его там, допустим, крупным и пышным. Мы завязали наш узел, получили вот такую конструкцию. Теперь мы ее выворачиваем. И, собственно говоря, уже все готово. Осталось только завязать. Мы ее завязываем. Завязываем очень просто, тоже обычным узлом. И вот получили мы с вами вот такой вариант, который украшает практически любую офисную одежду мягкими складками, драпировками. Если это не в офисе, а если мы потом надеваем пальто, это все уйдет под пальто и станет очень красивым вот таким пышным узлом. Вот. Легко, просто и будет удобно держаться целый рабочий день. Еще один прекрасный, очень легкий узел. Вы его обязательно запомните. Он подходит для платков любого размера. Мы берем наш платок, переворачиваем его на обратную сторону и находим два противоположных конца. Теперь я их завязываю самым простым узлом. Теперь нахожу другие два свободных конца и делаю очень простую вещь, очень простое движение. Я их протягиваю под узлом в противоположном направлении и просто их вытягиваю. И мы получаем совсем другой объект, напоминающий цветок или бант. И мы уже, собственно говоря, готовы завязать наш платок. Это пышный, красивый узел, который тоже хорошо держится, украсит любую вашу одежду, особенно офисную. И в течение дня не сползает, его очень удобно носить. И его удобно носить под любую одежду, под костюм, под верхнюю одежду или просто на блузе. Теперь нам осталось дополнить образ сумками компании Avon. Я себе тоже, пожалуй, одну возьму, они мне очень нравятся. Все эти предметы были созданы в коллаборации компании Avon и Soul Studio Textile Design. Мы надеемся, что они станут любимыми в вашем гардеробе и будут использоваться долго и с удовольствием. Скоро они появятся в продаже.